Yat-pāda-pankajo-palāsa-vilāsa-bhakta Karma-sayam-gratitam-udgrathayanti-santaha Tad-vadna-riktam-atayo-yatayo-opirudhya Sroto-ganastamaranam-bhajavāsudevam Yat-pāda-pankajo-palāsa-vilāsa-bhakta Karmasayam gratitam udgrathayanti santaha tadbadna riktam atayo yatayo opiruddho sroto ganastamaranam bhajavasudevam. Gauriya Goshtipati, Sri Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Jagadguru. Госвами Такур Прабхупад, Джагадгуру, сказал, во время воспевания Харинама на ум может приходить множество различных материальных вещей. Это естественно. Но не думайте, что из-за этого вы должны прекратить воспевание. Гаудия Гоштхипати Шри Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад Джагадгуру сказал, во время воспевания Харинама много разных материальных мыслей может приходить на ум, но из этого мы не должны отворачиваться от Харинам. Не должны думать, что мы не должны воспевать Харинам. В обусловленном состоянии джива может получить различные результаты харинама, имеется в виду, наверное, материального характера. Но если джива будет продолжать воспевать харинам, все материальные концепции испарятся. Это произойдет естественным образом. Но вначале мы не можем этого ожидать. Мы будем сталкиваться с различными проблемами, потому что мы не можем сейчас успевать чистое святое имя. Если вы, у вас нет сильной тяги к Харинаму, как вы можете ожидать, что материальные вещи уйдут из вашего ума? Если у вас нет сильного влечения, сильного желания воспевать святое имя, нельзя ожидать, что материальные мысли оставят вас. Тело, ум и речь, если мы можем их задействовать в повторении Харинама, мы стопроцентно обретем высочайшее благо. Также с помощью Харинама Прабху постепенно мы получим все блага, которые дарует Харинам. Мы сможем войти в лилу, в игры Кришны. Но вначале эти плоды недоступны для нас. Нужно помнить о том, что Кришна — Верховный Господь, Верховный Авторитет, тот, о ком сказано в Шримад Бхагаватам, той шлокой, которую я только что произнес в начале. Karma sayam gratitam udgrathayam sant tadvadna riktam atayo yatayo opi ruddho shroto ganastamanaram
Стаманарам, Баджавасудевам, Стаманарам, Баджавасудевам. Those devotees, they can meditate unto the lotus feet of Supreme Lord. Преданные медитируют на лотосные стопы Господа. And those devotees, they can automatically see those devotees. They can concentrate on the lotus feet of Supreme Lord. Они сконцентрированы на лотосных стопах Господа. Light coming. И при этом они могут видеть сияние, исходящее из ногтей Верховного Господа. И с помощью этого они удаляют все оковы сердца, всю обусловленность удаляет это трансцендентное видение. Но йоги не могут сосредоточиться на лотосных стопах Верховного Господа, они пытаются изо всех сил, тем не менее, они хотят контролировать свой ум, органы чувств, но не могут, потому что они не могут освободиться от материальных оков так просто, как это доступно для преданных. Поэтому Шримад Бхагавата Махапурана дает нам совет. Вы должны поклоняться Бхагавану Шри Кришне. В Брахма Самхите сказано: Яд Брахма Нискалам Анантам Ашеша Бхутам Говиндам Ади Пурушам Тамахам Бхаджами. Джасва Прабха Прабхавату. Where from this Prabha means light, Vibhuti. Actually, we can find infinity Brahmanda, material Brahmanda. Существует бесконечное количество Брахманд. This is only one. И это лишь часть проявления Господа, наверное. И существует, помимо этого, еще и другие части творения. And all the body color, everything, light effulgence coming from the body. Сияние исходит от от тела Говинды. Снаружи мы видим сияние имперсонального Брахмана. Это Парабрахма, Парампара Акхилешвар. И о нем мы, в нем мы сомневаемся, в том, что он имеет право совершать Расалилу и так далее. Мы уже много дней обсуждаем этот момент. Множество аргументов приведено. Уже брахманы, которые проводили яги, в конце концов раскаивались в том, что за свою глупость, за то, что они не узнали Кришну. Мы путешествуем по карма-маргу, по пути кармы, из-за влияния кармы, из-за влияния майи. Говорят они. Авигьятану бхаванам хантум архати атикрамам.
we have done nischay. Shavai nischitam eva. He is the Paratparakhileshwar. Sarva karana karan. Shavai na. Мы совершили ошибку, потому что Кришна — это парампара Ахилешвар. Из-за влияния Майи мы не смогли распознать Верховного Господа, не смогли постичь Его могущество, не смогли осознать Бхагавата-таттву. Поэтому мы молим о прощении. И в этом понимании присутствует Айшварья Бхава. Когда же мы говорим о Расалиле, почему Бхагаван, то есть там нет никакой Айшварьи. Но необходимо понять, что гопи говорят в Гопи-гите, как я прежде уже говорил. Для того, чтобы защитить целый мир. Мы думаем, что ты сын Яшоды. Но ты не только сын Яшоды. Ты пребываешь в сердцах всех. Ты находишься в сердцах всех дживатм, наблюдая за ними оттуда. Шанкар, Брахма молится твоим лотосным стопам, чтобы ты снизошел. Поэтому из-за своей милости, отвечая на их молитвы, ты снизошел в этот мир. Ты пришел сюда для того, чтобы защитить целый мир, всех дживатм. Поэтому... пожалуйста, не игнорируй нас. Защити нас. Кришна хочет защитить Уната Уджвала Бхаву. Те, кто обладает этой прямой, Кришна хочет защитить их. Кришна всегда находится в игривом настроении. Несмотря на то, что он самоудовлетворен, Атмарам, Атмакам, самодостаточен. Тем не менее, он вовлечен в игры. Различные виды наслаждения, все, у всех у них один источник. То есть Кришна своя Ананда Сваруп. Почему же он вовлечен в эти любовные игры, в то время как он, как все удовольствия исходят от него. Джива Госвами Пад пишет, как мы знаем, Махапрабху сказал, что Джива Сурупахой Кришна Ранитьядас, но помимо этого мы знаем, что в Дживе есть настоящая энергия, то есть Сваруп Шакти не напрямую внутри Джив. Тем не менее,
они могут обрести ее при помощи гуру и вайшнавов. Потому что Бхагаван так устроил. Кришна предпринял различные сделал так, что дживы могут обрести сварупшакти. Джива-шакти не находится... То есть джива-шакти с Кришной, но это не напрямую внутри Кришны. Как в четырёх шлоках Шримад-Бхагаватам, как я уже объяснял, в начале, в конце, в середине, повсюду. Я всегда был в начале творения, в конце и так далее. Тем не менее, я существую независимо. И в Бхагавад-гите также об этом говорится. То есть джив-шакти, если мы будем думать, что джив-шакти пребывает в сердце, это неправильно, потому что то есть все исходит от Кришны, и дживы в том числе, но не напрямую. То есть они с Кришной, но они не внутри Кришны. Итак, дживы приходят. То есть дживатмы могут обрести бхакти, но напрямую сваруп шакти крипа не пребывает в них. Практически нет этого, недостаток этого в нас. Мы не можем этого увидеть в наших сердцах, поэтому бададживы не хотят совершать баджан. Тем не менее, если они обретут высочайший вкус, естественным образом, если они получат высшую расу, они оставят низшие устремления, низший вкус. Итак, Бхагаван никогда не хочет, чтобы мы наслаждались оскверненной расой, грязными наслаждениями. Он не хочет, чтобы мы делали это. Ну, потому что мы несчастливы, несчастливые дживы, мы хотим наслаждаться всем этим. Теория причины и следствия доказывает, что если бы ничего не было в этом мире, то есть без причины не может проявиться ничто. Всему есть своя причина. Если суть в том, что если есть причина, мы можем ожидать следствия. Бесконечное творение исходит от Верховного Господа. Адвайта Гасай говорит, бесконечные брахманды нисходят от Верховного Господа. Когда нет еще ничего, весь мир не сотворен, не существует ничего, кроме Кришны. Таким образом, весь мир исходит от Кришны. Это стопроцентная правда. Джива Госвами Пад говорит, что это природа Кришны, что Он наслаждается с дживами, Он хочет играть с дживами. Ataha stadanu bhavena si bhagavan upi
Simat Bhaktishu Prittati Swayam Bhajato. Iti Atevam Tat Sukhena Bhakta Bhavataha Paras Paramarishamaha. Джива Госвамипад говорит, что Ладини Шакти пребывает в Кришне. И Ладини Шакти за пределами понимания, объяснения. Ее природа. Мы не можем объяснить. То есть Хладини Шакти это за пределами нашего, наших возможностей. Бхагаван постоянно. Таша ладинья его капи сарванандати шайни. Вритти ниттам бхакта виндешу его никхиппамана. Бхагават приттакхая вартати. It is called Бхагават Прити. Это называется Бхагавата Прити. It is not possible. I can discuss from, you know, when Gopi, when those Gopi is going to ask question to Krishna. Когда Гопи задают вопросы Кришне. Different question. So that vritti, that is the nature of that Ladini Shakti. Природа Ладини Шакти. Some extraordinary, excellent, Sarvanam Nandati Shaini vritti. Eternally, always Krishna going to Nikhipama, always being thrown to devotees. В том, что Кришна постоянно продан своим преданным. That is why. Под by the feeling, во власти своих преданных. Поэтому Бхагаван любит своих преданных. Бхагаван и Бхакто, there is some induction, avesh, paraspar. Бхагаван и Бхакто, there is some avesh exchange. И естественным образом происходит любовный взаимообмен между Бхагаваном и Бхактами. Если преданные уже обладают Сварупа Шакти, они уже стали преданными, наверное. В таком случае? Бхагаван постоянно выражает Ладини Шакти. Так, те, кто уже обрели Сварупа Шакти, мы знаем из Чайтанья Чаритамриты, те, кто то есть, в действительности, все дживы, вайшнавы, понимают они это или нет. Потому что источник их — это Вишну. Вриндаван Дас Такур говорит об этом. В соответствии с этой логикой, напрямую или не напрямую, все являются Кришнадасами. Понимаем мы это или нет, факт остается фактом. And Bhagavan going to arrange devotees to
И Бхагаван устраивает так, что его преданные приходят в этот материальный мир, чтобы у нас была возможность обрести бхакти. В противном случае это было бы невозможно. Для джив, естественно, стремление наслаждаться. Потому что они произошли от Кришны, но настроение, в котором они хотят наслаждаться, несовершенно. Кришна же хочет даровать им такие наслаждения, которые, то есть Кришна посылает такие наслаждения, которые полны страданий. Дживы с бесконечных, с незапамятных времен путешествуют по этому миру в соответствии со своими предыдущими самскарами. Они отвернулись от Кришны. И та Парамананда, то счастье, которое Бхагаван припас для них, они смешивают эту ананду с материальными вещами. Прабхупад говорит, шутя, говорит Прабхупад, Бхагаван приходит. То есть, если Бхагаван придет без майи, мы не сможем понять его. Но Бхагаван никогда не приходит сюда, пользуясь помощью материальной майи. Но материалисты думают так. Они думают, что мы можем делать нехорошие вещи и в то же самое время совершать баджан и достигнуть Кришну. Вчера я говорил о Сарупананде. Для того, чтобы... То есть Кришна хочет распространить Сарупананду, и это приносит ему удовлетворение. Если бы это было не так, зачем бы он стал это делать? Если бы Кришна не был удовлетворен, зачем бы ему было предпринимать это? Таким образом, мы видим, что в конце концов Бхагаван создал этот бесконечный мир. Никто не может понять причину этого. Какова причина этого? Без всяких на то причин Бхагаван может совершать бесконечные брахманды, джив, различные параферналии, различные атрибуты. Таким образом, мы должны понять, что существует все-таки какая-то таинственная причина, которую мы не можем сами понять. Мы удовлетворены сами. Тот, кто является Атмарамой, тот, кто источник всех живых существ. Какая может быть причина у него создать материальный мир? Нужно понять все-таки, что должна быть на это какая-то причина, которая нам непонятна. Мадхавачарья. Все описали причину. Она заключается в том, что дживы апурна, они постоянно не удовлетворены. Поэтому дживы естественным образом пытаются исполнить свои потребности, свои желания, достигнуть удовлетворения. Апурна джив.
То есть они по природе своей не полны, а пурна. Им присуще неудовлетворение. Но Бхагаван естественным образом пурна. В нем нет никакого неудовлетворения, тем не менее. Бхагаван пытается помочь дживам, которые пытаются достигнуть удовлетворения, наслаждения. Таким образом, главная причина, по которой он устраивает все это, распространять сварупананду. Веданта Сутре во второй главе, в первой, во второй песне, в первой главе мы можем найти следующий стих. Шанкарачарья пишет много всего. Он говорит, что в материальном мире мы видим, что кто бы что ни делал здесь, в этом, все это он делает с каким-то мотивом, то есть без причины никто ничего не хочет делать, без каких-то корыстных мотивов, наверное. Так почему же Бхагаван создал этот мир, полный дживатм? И в конце концов мы находим ответ на это, что для того, чтобы распространить сварупананду. И с помощью этого он также может достигать счастья. Автоматически он счастлив, когда джива счастлива. Иногда мы видим, как великие цари устраивают игры в своих дворцах. Но для чего это? Для того, чтобы наслаждаться. Когда наслаждение полно, то есть в полной степени проявляется, мы видим, что кто-то начинает танцевать и петь. То есть когда мы счастливы, мы поем и танцуем. Бхагаван создал этот мир без какой бы на то ни было причины. Он играет со своими преданными. Это не так на самом деле. То есть в этом, мы знаем, что в этом материальном мире когда обусловленные души наслаждаются грязными вещами с помощью... То есть обусловленные души, которые наслаждаются грязными удовольствиями, в конце концов могут измениться благодаря общению с гуру и вайшнавами. Таков процесс. Настроение их изменится при помощи благоприятного настроения. И в конце концов они разовьют расу. Об этом говорится в Бхагавад-гите. Гопи задают вопрос Кришне. Вначале Кришна исчез с Расалилы, затем он вернулся, затем гопи задают вопрос. О, саду, у нас есть вопрос. Порой мы видим, sometimes some
somebody going to serve, как кто-то служит одному, и тот служит в ответ. Один, то есть, когда кто-то кому-то служит, тот начинает служить в ответ. Когда кто-то кому-то служит, тот в ответ служит ему, тому, кто служит. Это то, что мы видим в этом мире. Также иногда происходит полностью противоположное. Кто-то принимает служение, но в ответ ничего не делает. Bhajato anu bhajanti eka eka etat viparjan. No vayanscha bhajanti eka etat na bruhi sadhavu. And other people we can find, they are not going to think about those who are going to give service, those who are not going to give service. А люди думают, что те, кто... They are not going to play their head over that. Sometimes we see, even those who are going to give service to her, or not going service to, they are not, they have no headache, they are not going to express this kind of. Why this kind of thing we are, we can see in this material world? Why? То есть, наверное, кто-то в ответ ничего не делает, никому не служит и даже не заботится об этом, не думает, не переживает. Почему же такое происходит? Бхагаван Бхакти Бхакта Бхакта Бхактиман. Это означает, что его преданные хотят служить ему. И в то же самое время, если преданный служит Кришне, то Кришна также хочет служить ему. И гопи задает этот вопрос, что обычно, если кому-то служишь, тот отвечает тем же, также начинает служить. Но порой бывают исключения. Кто-то служит, но в ответ не получает ничего. А иногда... Есть, встречаются люди, которые вообще не думают ни о каком служении, ни о том, чтобы оказывать это служение, ни о том, чтобы получать. И Бхагаван дает ответ. Если существует взаимная любовь, если мы... То есть мы видим, гопи спрашивает. Бхагаван Шри Кришна отвечает. Если присутствует взаимная любовь, вы... обнаружите, что я буду отвечать взаимностью, то есть я буду отвечать служением на служение. Но тут присутствует какой-то материальный аспект. Внутреннего привлечения тут не присутствует. Внешнее видно, но нет внутреннего. То есть это корыстное, это корыстно. Но иногда мы видим, что отец, мать, родители
заботятся о своих детях, и они не ожидают ничего взамен. Ребенок очень маленький, он не может послужить своим родителям. Тем не менее, родители заботятся о нем. Here is exclusive love, affection. There is no self-interest. Dharma. Там, где присутствует настоящая любовь и привязанность, нет никакой корысти. Это безупречно, этот процесс, наполненный любви. О, Гопиган, такая любовь. Без изъяна, без единого изъяна, безупречно. И также, то есть там присутствует колоссальная привязанность, влечение. Но также бывает так, что мы то есть повторяется, что когда мы оказываем кому-то служение, и нам никто в ответ ничего не делает, не получаем никакого ответа, тогда и мы, наверное, прекращаем наше служение. И если мы никому не служим, то и нам никто не будет служить. Такое состояние. Это возможно лишь с атмарамами и с атмакамами. То есть они сами ничего не делают и ничего в ответ не ожидают. Атмарама ни о чем внешнем не заботится, им ничто это не интересно. Еще одно. Неблагодарные. Вторая категория людей — это неблагодарные. Те, кто никому не благодарны. То есть две категории людей. Атмарамы и неблагодарные. Не оказывают никакого служения в ответ и не служат сами. И не принимают никакого служения. И в этом материальном мире мы видим, что никто не хочет служить без корыстных интересов. О Сакиган, о Гопи, Гопиган, говорит Кришна, я порой сам вижу противоположные вещи. Несмотря на то, что я провозгласил, порой я являю такие игры, что если кто-то мне служит от всего сердца, я не отвечаю этому человеку. Почему? Для того, чтобы увеличить и разжечь его жажду. Мы видим порой, что кто-то совершает баджан, но я не отвечаю ему. Почему? Для того, чтобы увеличить их целеустремленность, чтобы они безостановочно думали обо мне.
Порой я устраиваю это. Так же, как я исчез с танца расы. Вы не могли меня найти, вы плакали, молились мне, оказывая служение этим. Но я не отвечал вам. Я делал это для того, чтобы увеличить вашу решимость. Если какой-то бедняк, лишился всего. То есть, если бедняк потерял последнее, Бхагаван говорит на это, как бедняк, который лишился последнего. Он будет постоянно думать о том, чего он лишился, о своей собственности, которую он потерял, и в таком случае он не достигнет никакого удовлетворения. Вместо того, чтобы принять случившееся, он будет постоянно переживать об этом, думать об этом. Так происходит в материальном мире. То есть я порой не отвечаю своим преданным для того, чтобы увеличить их решимость. Когда я покинул танец раса, не думайте ничего плохого об этом, потому что я провозглашаю. So it is my siddhanta. So you should not misunderstand me, actually. Все, что было сказано выше, это моя сиддханта, поэтому поймите меня правильно. Actually, we can find. So this way Bhagavan going to express his gratitude. Таким образом, Бхагаван выражает свою благодарность и признательность гопи. Я хотел обсудить кое-что из Брахма Санхиты. Shakti Shakti Man, one and the same. Shakti Shakti Man. Shakti и Shakti Man едины. Это одно и то же. But still, though it is one and same. Но несмотря на это, according to Achintya Bhedaved Tattva, в соответствии с Achintya Bhedaved Tattva, they are separate. Shakti Shakti Man. Они отличны друг от друга. Shakti и Shakti Man отличны. Но в то же время они — это одно и то же. Потому что в соответствии с Ачинтья Бхедавида Таттвой выдвинуто это заключение. Шакти Шактиман. Шакти Шактиман. Экатма стил. Ладини Шакти Радха. Ладини Шакти — это Радха. А Бхагаван Шри Кришна являют различные лилы. Несмотря на то, что они одно целое, они принимают две разные формы. Ананда — это Ахладини Шакти, Чит Шакти Шри Кришна. Махапрабху говорит, Шакти и Шактиман обладают одинаковым настроением наслаждения.
kind of enjoying mood when they are going to play hero heroine. That time this когда герой и героиня осуществляют свои игры. Существует два вида вибхав: Аламбан и Удипан. Аламбан — это поддержка, а Удипан — то, что дает вдохновение, через которое я могу ощутить дух. Какое-то воодушевление к действию. Также есть два вида аламбады: ашрай и вишрай. Вишой. Вишой значит материя, объекты наслаждения. Lalita, Visakha, Adi, Gopikas, all Gopis, and Vishaya, Swayam Krishna. Ашрая — это сам Кришна, а Вишая — это Кришна, Галока Мурти, Говинда. That rasa pratibhavito asrito Gopika. Krishna, Galokpati, Govindo, Anandamaya. Кришна, Галока Пати, Говинда — тот, из кого исходят все расы, в соответствии с желанием Говинды. То есть, в соответствии с настроением Кришны, его преданные под его влиянием они оказывают определенный вид служения. То есть ашрая ган, гопи постоянно. Постоянно существуют на Галока Дхаме и постоянно вовлечены в игры с Шри Кришной. All 64 вида искусств: пение, рисование, танцы. 64 различных вида искусства существует. Шакти в Рити, Хладини Шакти. То есть with their, you can see their feature, not that they are physically present there. All those vidya, art and culture, physically present there. Все искусства там присутствуют физически. And they are actually busy to serve Krishna all the time. И они служат Кришне постоянно. В материальном мире Кришна является здесь с помощью йога майи. И он является здесь Браджалилу. Материальная майя не имеет ничего общего с этим. Когда Кришна осуществляет свои игры при помощи йога майи, она осуществляется при помощи йога майи Кришны. Галока и Гокул — это одно и то же. Галока означает вечно присутствующая дхама, существующая дхама. Когда Галока нисходит в материальный мир, она не отлична от своего первоначального состояния. Но для того, чтобы увеличить удовольствие от игр,
мы видим, что тут что-то, то есть какие-то враги Кришны, что-то негативное в нее входит. На самом деле ее нет, но это лишь для того, чтобы увеличить удовольствие. Бхактивинода Такур говорит, что это, на самом деле мы думаем, что есть что-то хорошее, что-то плохое из-за того, что у нас неправильное видение. На самом деле все едино, все хорошо. Когда Кришна нисходит в материальный мир, мы... Когда Гауранга Махапрабху пришел в этот мир, все видели, как... Все могли видеть его, как он принимает там обвинение в Ганге, ходит тут и там. Даже материалисты видели его. Они видели деяния Господа. Тем не менее, их даршан не был совершенным, их видение не было совершенным, как в случае с Чапал Гопалом. Он не понимал, он говорил, что вот Прабху ходит тут и там, критикуя Махапрабху. Потому что их глаза заслонены, то есть они не могут видеть должным образом. Если Верховный Господь не зашел бы, предстал перед нами, если бы Кришна захотел явить нам свою форму, мы не смогли бы увидеть его. Как в случае, который произошел в Пурушоттама-кшетре во время Радха-ятры, когда Чайтанья Махапрабху танцевал и пел с колесницей Джаганната. В то время никто не понимал, что Махапрабху танцует сразу же одновременно в семи группах. Только лишь несколько. Царь Пратапарудра, Сарвамбатачарья, то есть всего 2-3 преданных могли это видеть, но другие преданные не видели. Они не могли понять этого. Они не могли понять, что он одновременно танцует в семи различных группах преданных. Итак, в соответствии с желанием Верховного Господа, Йогамая все это устраивает. По желанию Верховного Господа, Йогамая может сделать все, что угодно. Все, что бы ни захотел Шри Кришна. Таким образом, кто-то может видеть его Господа, а кто-то нет. Самопроявленная Шакти. Бхагаван Ананта Шактиман. Но самопроявленная Шакти помог, то есть явил себя лишь нескольким преданным, но обычным людям он был недоступен, видению обычных людей. Итак, игры Господа происходят при помощи йога майи. Джива Госвами Пад говорит о Кришне Пракат Лиле. Пракат и Апракат Лила не отличные, они это одно и то же. Между ними нет никакой разницы. Когда Бхагаван совершает игры, он оставляет этот мир, уходит в апракат. То есть и говорится, что нет никакой разницы между пракат и апракат играми. На Голокадхаме эта игра происходит автоматически, но когда Кришна нисходит в этот материальный мир, в любую материальную браманду, лила может быть осуществлена только при помощи йога-майи.
несмотря на то, что Пракат и Апракат Лила едины, тем не менее, это материальный мир. И естественным образом мы начинаем видеть тут все как материальные объекты, как обычных людей, так и Кришну. Когда Кришна Лила нисходит в этот материальный мир, несмотря на то, что майя не касается этого, мы видим трансцендентное как нечто, как будто бы нечто обычное вот для этого материального мира, наверное. Сарупхтатве. То есть мы видим, что Кришна тут, приходя сюда, убивает разных демонов, Акасура, Бакасура. Мы видим, что он играет с женами гопов, с чужими женами. Видим, как он рождается, как обычный человек. It is not possible because it is material world here. Those gopika, they are. В противном случае это невозможно, потому что мир этот материален. Гопи — это сварупа шакти. Все они сварупа шакти. Не отличные от Шри Кришны. Все они. Вечные, вечная энергия Господа. Те, кто сражается за Свакию Паракию, имеется в виду, Джива Госвами Пад говорит, что Свакия естественно. Как это возможно, что мы видим, как Кришна... То есть как это вообще возможно, что Кришна играет с женами чужих, с чужими женами? И те, кто не хочет принимать этот момент, Джива Госвами Пад проясняет для них, что в материальном мире, когда мы видим, то есть мы видим, практически мы, то есть мы видим это на деле, что это происходит, но суть в том, что это лишь происки майи. В противном случае мы не испытали бы высочайший вкус Кришна Лилы, превосходный вкус Кришна Лилы. Джива Госвами Пад объясняет, что это всего лишь влияние майи, магия майи. А Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, для чего Джива Госвами Пад проясняет этот момент. В этом есть скрытое значение. Джива Госвами Пад — наш татва-ачарья. Он не может совершить никакой ошибки. В то же самое время Джива Госвами Пад постоянно под руководством Шри Рупа Госвами, Санатана Госвами Пада. Таким образом, мы не должны ожидать, что Джива Госвами Пад может... То есть мы не можем даже подумать, что он написал что-то, что противоречит философии Санатаны Госвами, Рупы Госвами Пады. И Джива Госвами Пад с самого начала показывает... то есть Джива Госвами Пад постоянно служил с самых первых дней Шри Рупе Санатане, он постоянно находился под их руководством. Таким образом, не должно оставаться никаких сомнений, что он мог сказать что-то отличное от их учения. Шрила Бхактивинода Тхакура говорит, что в то же самое время в Кришна-лиле и Гора-лиле Джива Госвами Пад... На самом деле, Джива Госвами Пад в Кришна-лиле Виласа Манджари. Поэтому мы не можем даже предположить, что он, то, что он говорит, неправильно. В
We must be very careful. Whereas Rupa Santa, Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, both of them, Rupa Goswami Pad, Sanatana Goswami Pad, хотели установить эту сиддханту, что в соответствии с Сиддханта Вичары Рупа Госвами Пада, то есть разница лишь в том, что один на Голоке вне материальной концепции, а второй вне то есть, а второй проявление Господа здесь, в материальном мире. Все это на самом деле одно и то же. По милости Йогамайи мы можем созерцать Кришналилу в этом мире. В противном случае они одинаковы. То есть прокат и апрокат лила не отличны. Йогамайя помогает Господу, помогает устройству лил в этом материальном мире. Бхактин Такур говорит, Кришна лила за пределами материального понимания. Пропончатито прокас мин beyond this material conception when that lila already going on there in Golokda. Когда она происходит на Голокадхаме, на Бенгали еще Бхактивинода Такур говорит, те, кто видят эти лилы, то есть нет никакого осквернения в лиле, потому что на Голокадхаме не может быть ничего нечистого. Шри Бхактивинода Такур говорит, единственная лишь разница, то есть тот, кто совершает, тот, кто смотрит игры, чистота их должна быть находиться на одном уровне. То есть все чисто, тот, кто смотрит, и то, на что смотрят. Но здесь, в этом материальном мире, то же самое. Если Кришна по большой удаче являет свою милость кому-то, такая личность может лицезреть все, то есть все. Допустим, Шрила Бхактивинода Такур, Шрила Прабхупад. То есть Кришна хочет показать свою лилу. Если сам Кришна захочет кому-то явить себя, такой человек увидит. Но если вы будете думать, что существует так много препятствий в играх Кришны, Камсы и так далее. На самом деле, все, вы должны понимать, что все они лишь увеличивают расу. Бхактивинода Такур говорит, что все эти препятствия дают, лишь увеличивают вкус. Таким образом, если, то есть Кришна хочет что-то показать, тогда для нас станет возможным это увидеть.
В Джавадхарме Шрила Бхактивинода Тхакур пишет: по милости Гауранги Махапрабху, в Шива Сангане два преданных пришли к Рагунатдас Бабаджи Махараджу из Шринатпура, Шива Санган. Они слушали Харикатху, приняли, наверное, Харинам, и затем они устроили. Во время пира, который был устроен, они увидели присутствие Шачима и Малини Деви. Все остановились и стали смотреть на них. Это возможно лишь по желанию Шри Кришны. Такие удачливые души. Аддапио still today, Аддапио сей лила коре гоур рай, кону-кону бхагаване дехи баре пай. It is written. Still today, same lila going on. Сказано, что по сей день лила происходит на Галока Вриндаване, в Гокуле, Шветадвипе, Навадипдхаме. Но порой кто-то может это видеть, а кто-то нет. Это зависит лишь от милости Шри Кришны. Когда кто-то, не достигнув Васту-сиддхи, то есть те, кто не достигли Васту-сиддхи, думают, что все, что происходит в Кришна-лиле, это препятствие. Они видят ту же самую лилу, но видят препятствие в ней. И в соответствии с вариациями Сварупсиддх, все они разнятся, они не одинаковы. В соответствии со степенью сварупа-сиддхи, их даршан различается. Итак, в этом материальном мире мы видим, что Камса присутствует в этих играх, Акасур-Бакасур, что Кришна Бхактивинода Тхакур говорит, что на самом деле на Галокадхаме нет никаких мужей у гопи. Нет даже намека на их замужество. Они сварупа шакти, они вечно существуют. Соответственно, нет никакой женитьбы, никакого супружества между гопи и гопами. Существует лишь бхава этого. Они вечно играют с Шри Кришной, они не женаты. И камсы никакого нет. Но бхава, его присутствие, существует. Несмотря на то, что нет камсы, никакого камсы нет. Ощущение того, что он присутствует, сохраняется. Вся раса, раса татва, напрямую и не напрямую проявляется в материальном мире. Бхактивинода Тхакур говорит об этом. Также он говорит, что на вечной обители вечно присутствует раса-таттва. Только когда кто-то захочет лишь ощутить ее, то есть он уже автоматически, наверное, получает удовлетворение. Паракия Бхава,
которое недоступно на... То есть того, что нет на Голока Вриндаване, мы не смогли бы увидеть в этом мире. Если бы не было Паракия Расы на Голока Вриндаване, то не было бы ее и здесь. Того, что там нет, не может быть здесь. Бхактинат Такур говорит, что так или иначе, все это, все, что здесь, есть и на Голокадхаме. И гопи, когда они только начинают думать о той или иной расе, они получают удовлетворение. Но когда та же самая раса приходит в этот материальный мир, мы видим грубую форму этого. Например, Паракия раса. На Голокадхаме они испытывают эту расу без присутствия мужей, без мужей. Они думают, что они замужем. Они постоянно думают, что мы жены гопов. Но когда эта раса, это умонастроение, нисходит в этот Бамана Вриндаван, то есть материальный мир, она принимает грубую форму, так что мы можем видеть это воочию. То есть Йога Майя устраивает так, что это принимает форму мужей, форму камсы, форму джатилы и кутилы, различные препятствия, которые увеличивают совершенство игр. И мы испытываем больше и больше вкуса от этой расы. Таким образом, это устройство Йога Майи. Таким образом, мы должны понять, что... То есть мы критикуем Паракия Бхаву, говорим, что это нечто плохое, но мы не понимаем изначальную концепцию этого. Тот, кто получил Васту Сидхи, видят Голока Даршан. Несмотря что... То есть они видят, что какие-то препятствия присутствуют в играх Кришны. Они видят грубую форму. Но после обретения Васту Сидхи, они увидят, что в духовной обители нет никаких проблем. И Бхактинат Такур говорит, в соответствии с уровнем сварупсидхи, с уровнем нашего видения, мы можем... В соответствии с уровнем нашего видения, мы получаем определенный даршан. Итак, 64 вида искусств присутствуют практически, то есть здесь, в этом материальном мире, но в очень чистой форме. Хладини Шакти является 64 вида искусств. На Голока Вриндаване они вечно присутствуют. В соответствии с тем, что говорит Рупа и Санатана Госвами Пад, все лилы, которые в Гакуле, в Бамана Вриндаване, здесь, все они также проходят на Голокадхаме без какого бы то ни было прикосновения Майи. Майя не касается игр. Тем не менее, мы видим их в материальном мире, и поэтому мы... То есть мы не можем видеть вещи такими, как они есть. И Рупа Госвами, Санатана Госвами Пад говорят, все, что происходит в Гокуле, в Бамана Вриндаване, те же самые игры,
вечно происходит на, в духовной обители, без какого бы то ни было влияния Майи, Майя не может прикоснуться к ним. Таким образом, Паракия Бхава всегда присутствует там, на Галокадхаме, потому что без нее невозможно осуществление этих игр. Несмотря на то, что во Вриндаване нет и вопроса о женитьбе гопи, нет и намека на их женитьбу, нет никаких мужей, тем не менее, бхава, то есть ощущение этого присутствует. То есть можно заключить, что бхавы, то есть паракия бхавы и нет никакой, но из-за того, что присутствует ощущение этого, мы говорим, что паракия бхава вечно существует, вечно пребывает в Галокадхаме. Несмотря на то, что Кришна не сходит в материальный мир, мы должны помнить, что Кришна за пределами нашего человеческого осязания. Мы не можем постичь его. Когда Кришна не сходит сюда, из-за нашего грязного видения мы хотим лишь выискивать в нем ошибки. Таким образом, Кришна за пределами осквернения. Это заблуждение думать, как Парикшит Махарадж задает вопрос. Почему Кришна совершает игры с женами гопов? В материальном мире, если раса принимает грубую форму, мы получаем совершенный результат этого. Гопи, пренебрегнув всеми правилами и предписаниями, гопи бегут навстречу с Кришной. All the social arrangement, restriction, regulation, general dharma. Все социальные устои, дхарма, которые, то есть, которые все ее предписания для того, чтобы оставаться в чистом положении, чтобы не было никаких ошибок, все это бесполезно, говорят они. Они пренебрегли всеми правилами и предписаниями. Всем ради Кришны, для того, чтобы увеличить Паракия Раса Бхаву. Таким образом, никто не может остановить их, когда они бегут в Шри Кришне. Несмотря на то, что эта лила совершена здесь, она нематериальна. У нас наше зрение таково, что мы постоянно делаем различия. Это хорошо, это плохо, но это неприменимо к Кришне. Без Паракия Расы не могло бы быть совершенства этих игр. Эти игры не были бы такими совершенствами. Как я уже приводил пример, когда Ганга нисходит с Гималаев, много препятствий на ее пути, но она не обращает на них внимания. Она стремительно
бежит. Огромные камни там, но она не обращает на них внимания, отбрасывает их. И бежит навстречу с океаном. То есть все реки пытаются встретиться со своим мужем, с океаном. Таким образом, в прапанче, в этом материальном мире, в Чайтанье Чаритамрите сказано, совершенство расы присутствует, если есть Паракия Бхава. Если бы не было правил предписаний, ограничений, не было бы, не были бы эти игры такими совершенными. На Голока Вриндаване всюду свакия. Джива Госвамипад говорит, что нет никакой женитьбы, то есть нет никакого супружества между гопи и саками, гопами. Итак, Кришна являет лилу, и лишь, то есть, Чайтанья Махапрабху в форме преданного показывает нам: о, обусловленные души, вы думаете неправильно. На самом деле нет ничего нечистого в играх Господа. Если когда-нибудь вы сможете это понять, понять совершенство Паракия расы, Унтауджавала расы, Свабхакти Шриям, который хотел распространить Бхагаван, хочет распространить Бхагаван. Если After that, Atmani Avaruddha Saurata, I already discussed. And now, this is very important point. Reme Bujasundari Vir Jatha Arvaka. Все вышеперечисленные термины я уже объяснял прежде, и сейчас очень важный момент. In front of mirror, перед зеркалом, if you are going to stand, если вы будете стоять, в соответствии с тем, что говорит Веданта, если мы смотрим в зеркало, видим, что там все перевернуто, то есть в зеркальном отражении все. То же самое, но отражено. То есть ваша левая рука становится правой. Правая нога становится левой, все перевернуто, все, все наоборот. То есть мы видим разницу между тем, что в реальности, и тем, что в отражении. Но в действительности одно и то же. Все, что вы делаете, вы каждое ваше движение видите в зеркале. Все точно так же, точно такое же отражение, но только лишь меняется, отражается, меняется стороны. Точно так же Кришна, как маленький мальчик, наблюдает за собой в зеркале, за отражением в зеркале. Это так, как будто бы сам Кришна играет сам с собой. Раса лила Кришны или любая лила Кришны. Если мы глубоко задумаемся об этом, мы поймем, что Кришна играет сам с собой.
Потому что он Адвайяна Татва. Он играет сам с собой. Кто здесь помимо Кришны? Поэтому, как тут сказано, он начинает свои игры подобно маленькому мальчику. Как малыш танцует перед зеркалом, наблюдает за своим отражением в зеркале. То есть он видит свое отражение. Все, что он делает, он видит отражение этого в зеркале. Таким образом. Все, что делает Кришна, все это отражается в зеркале. Так что Расалила, которую совершает Кришна, мы должны думать, что Кришна играет сам с собой. Когда Атмарам Шри Кришна играет с Браджа Гопи, как говорится в Шримад Бхагаватам, как малыш, который наблюдает за собой в зеркале, он танцует и поет. То же самое делает Кришна, являя свои игры. Итак, то, что хочет провозгласить Рупа Госвами, полностью совершенно. Это не какое-то заблуждение. Джива Госвами подговорит, что грязные материалисты с неправильными представлениями, они должны хотя бы перестать распространять свое грязное представление. Он провозглашает о Сакья Бхаве так, чтобы никто не критиковал Кришну. Джива Госвами Пад никогда не хочет сказать, что что-то отличное от Джива Госвами Пада. Но суть в том, что Паракия Бхава присутствует вечно. В противном случае все начали бы критиковать Кришну. То есть, имеется в виду, все это вышеописанное было для того, чтобы... То есть Джива Госвами Пад таким образом спасает всех нас от падения. Поэтому он устанавливает эту философию. В Сандарбхе Джива Госвами Пад уже сказал, что что-то я пишу в соответствии с Паричая. То есть кто-то не сможет понять, что сказано, поэтому я пишу таким образом. Итак, на Голока Вриндаване находится, вечно существует Нанда Ишода, но нет то есть там нет никакого даже намека на рождение. Имеется в виду, что эти игры постоянные, вечны. Нанда Ишода вечно присутствует там. Тем не менее, они думают, что их представление не представление совершенное. То есть, если бы не было... То есть, Кришна вечно присутствует во Вриндаване, тем не менее, там нет рождения и смерти, тем не менее, это бхава родительского настроения, чистое чувство родительского настроения вечно присутствует там, вечно присуще Нанди и Шоде. В противном случае не было бы возможным осуществление этой превосходной игры.
Для того, чтобы удовлетворить, то есть вечная бхава должна присутствовать там для того, чтобы игры достигли своего венца, чтобы они были полноценными. Точно так же Ашингара Сабавия и Сакия Паракия Бхава постоянно присутствует там. Там нет никакого осквернения. Не пытайтесь выискивать изъяны в Кришне, недостатки, осквернения. Абхиманну Ади Говардхан, Ади Говардхан Абхиманю, муж Лалиты, Говардхан. Физически он, их нет, но присутствует настроение того, что они существуют. Их нет ни на Галоке Вриндаване, ни в Гокуле, но Йога Майя заставляет всех почувствовать, что они существуют. Таково превосходство лилы Йога Майя. Она заставляет всех думать таким образом. Итак, в шастрах сказано, Джива Госвами Пад, Татвачарья, приводит этот пример. И Рупа Госвами Пад пишет это в Уджала Ниламане. В соответствии с доказательствами шастр, Браджадеви, Браджагопи никогда не встречались со своими мужьями. Как же мы можем сказать, что они осквернены паракией? Это неправильный образ мышления. Но для того, чтобы раса Чаматкара была совершенной, присутствует это настроение. В материальном мире мы видим, что их мужья принимают грубую форму, что они действительно присутствуют здесь, когда Кришна исходит сюда со своими играми. То есть мужья гопи принимают грубую форму. Итак, раса лила абсолютно чиста, в ней нет никаких загрязнений, никаких скверных вещей. Но они нарушают правила и предписания. Из-за своей колоссальной любви. И в этом совершенство этой игры. Паракия Бхава. Дает нам возможность больше и больше испытывать наслаждение. Попытайтесь понять ее. Все это правильно. Раса лила совершенно. Как я несколько дней уже рассказывал. Различные виды усилий предпринимаются женами Кришны, которые подобны как Лакшми. Они пытаются
создать различные... Они хотят взбудоражить Кришну, хотят, чтобы он привлекся ими, но они терпят поражение с помощью своих взглядов. Они бросают взгляды, какие-то особые положения тела принимают, смеются, красуются перед Кришной, но... То есть они пытаются запустить в Кришну стрелами любовного желания. Апракрита Камадева. Но Кришна Апракрита Камадев, поэтому никто не может зародить беспокойство в его сердце. Но 16108 жен Шри Кришны думают, что каждый из них думает, что Кришна под моим контролем. Они думают, что Кришна постоянно, что Кришна любит меня, он хочет всегда быть со мной. Кришна, то есть я влияю на него, он испытывает, претерпевает различные реакции от моего присутствия. Так они думают, но в действительности их мышление ошибочно, они заблуждаются. Они так думают, но это неправда. Потому что они не понимают совершенства Кришны. Кришна — Верховный Господь, бесконечные Брахманды покоятся в Нем. Кто же может заронить какие-то реакции в сердце Кришны? Все, что он делает по его собственному желанию. Преманджана чарита бхакти вилочанена сантаха садайва хридаесу вилокаянти ям сяма сундарам ачинта гуна сарупам говиндамади пурушам тамахам бхаджами. Преманджана чарита бхакти вилочанена сантаха садайва хридаесу вилокаянти Ям сяма сундарам ачинта гуна сарупам говиндамади пурушам тамахам бхаджами. Ванча калпатурвасе кепасинда бхавача патитананг павана бхавишна бхьо намо.